Всем здорова, дорогие друзья, с вами Валерий и Resident Evil Код Вероника. Продолжаем проходить. И извиняюсь за то, что у нас, у меня застой такой в выходе видео, короче, и в том числе стримов. Вот. Но те, кто следят за каналом, подписанные след за каналом, те в курсе, то что проблемы с компом, вот, поэтому видосы выходят как, ну, как получится, вот, потому что комп ведет себя странно, вот, поэтому такие дела, вот, но не стоит здесь лестница, мы здесь, кстати, не спускались, не были. Ну, не стоит огорчаться, потому что проблема решается, вот она, ну, постепенно решается, и в скором времени, как бы, ну, как бы, не то чтобы в скором времени, но не за горами новая машинка, вот, обновленная. Что там было написано? Этим можно сломать вентиляцию. Установим позиции в клуб. Окей. Вот. И я как бы тоже не собираюсь опускать руки. В планах очень много всего еще. Так, тебе больше не нужен эмблема. Что за эмблема? А, понятно. Карточку выбросили. Так, это обходной путь получается. Обходной путь. Вот. Обходной путь. Так что вот так. Вот. Так что со временем мы вернемся в обновленный, с обновленной системой, с обновленными стримами. Вот. И продолжим наши крутые посиделки, вот. Душевные стримы, атмосферные, по новинкам, и продолжим пройденные игры, вот, которые я вам обещал, да, пройти. Dark Souls, Данио, вот. Кооперативы вместе с Тёмычем. Вот. Так что все будет. Все будет, только дело времени. Я надеюсь, вы наберетесь терпения. Так, ну давайте непосредственно вернемся к игре. Вот это что-то отдалились уже. А, в прошлой серии я не знал, куда чуть идти. Там забыл, короче, куда чуть идти. Вот. Ну, тут повспоминал. Биоопасность возникла в комнате экспериментов. Включить монитор охраны. И сейчас мы должны разглядеть будем картину. Вот это, помните, комнатка, да, где убили ученого с картиной красной. Вот. Так, а как приблизить? Погоди, как приблизить? А, во. Приблизили. А, так, есть номер. А, номер 1126 написано. Комната биоэксперимента проветрена. О, отлично. Теперь мы можем туда вернуться, короче. Нам сейчас надо бежать на завод тогда. Вот, мы можем вернуться. А, замок с цифровым паролем разрешил систему. Вот так. Так, давайте посмотрим, что у нас. Патронов нет. У нас арбалет только. Арбалет. Окей, так. Зомби, зомби, нет. Не, не хочу, не хочу сражаться. Вот, так, вернемся, короче, сейчас на завод. Отлично, успел. Успел. Ну и заберем картину, короче, и помним, да, картину, куда мы можем
поставить. Так, ну как раз здесь недалеко, смотрите. Может быть, возможно, когда мы поставим картину, мы возьмем красный сапфир, который нам нужен для шкатулки. Так. И все пойдет как по маслу, короче, у нас. Все должно получиться. Так, погоди. Вот эта комната у нас нет дверной ручки. Так, окей, здесь мы, по-моему, смотрели, да, все, здесь нет ничего полезного. Вот, здесь мы взяли тогда арбалет, короче, записку. Здесь нам надо пароль. 11-26, да, по-моему? 26. Все, отлично, дверь свободна. Освободилась дверь. Сделала все свои дела. И освободилась. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, тут нет у нас длиннорукого урода. Смотрите, кровище. А, объект может быть внутри. Какой объект? Что может быть внутри? Так, возьми кислота. А, блин, мы, кстати, ленту-то не выложили еще. Ленту мы не выложили. Ну ладно, пойдем мимо ящика. Выложим. Он уже мертв. Да ладно, смотрите, тут в колбах были какие-то, наверное, эти экспериментальные, да, мутанты, наверное, не выбрались, видимо. Так, ничего полезного. Окей. Ничего полезного. Ничего полезного. Нигде ничего полезного нет. Так, похоже, не работает, не могу открыть. Ладно. Одна колба, смотрите, целая. Похоже, он жив. Капсуна. Капсула. Капсула помечена крошка альпиноид. Или может это какой-то амбрелловский слоган, знаете, капсула. У нас у нормальных людей капсула, а у амбрелловских капсула. Так, берем. Берем картину. Скелет. Оп! Биохимическое заражение. Уровень 3. Вскоре закроются все аварийные отсеки. Весь персонал должен немедленно эвакуироваться. Так, окей. У нас там чуть-чуть времени, чтобы убраться. Так, давайте посмотрим. Картина. Картина скелета. Сзади ничего нет, да? Человеческий скелет нарисован кровью. Нарисован кровью, прикиньте. Прикиньте. Ну, я думаю, наверное, фон, да, нарисован кровью. Сам скелет-то. Я думаю, белой крови-то ни у кого нет. Так, надо, короче... Воу-в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 оу. Тихо-тихо. Вывалились тут гаденыши. Но... Немножко электрического тока не повредит, знаете, так для разрядочки. Так, надо валить, короче, у нас 24 секунды. Сейчас дверь, наверное, опять закроется, и все, мы сюда больше не попадем. У нас здесь нету больше карты, мы выкинули карту. Все, отлично. Окей, так. Теперь надо вспомнить, где у нас картина. А картина у нас обратно, короче, на завод. Обратно сюда. Через собак. К лифту, короче. По-моему, на этаж, где мы со Стивом были. По-моему, туда. Так, а вот здесь у нас... Гади, давай сбегаем. Сбегаем, ленту выбросим, да? Наверное. Выбросим
ленту. Блин, мне жалко, не, ну, неохота тратить, короче, арбалет. В принципе, хоть он не такой, в принципе, и мощный, но... Стрелы. Стрелы можно сделать, ну, порох. Так, и давайте, наверное, кислотный еще, да? Вот так. Вот так оставим. Вот так ушки. Так, а теперь возвращаемся ставить картину. Сейчас будет что-то интересное. Я просто вот прям предвкушаю это. Прям предвкушаю, что-то сейчас начнется. Так, отвали! Почему? Блин, они такие рукастые, такие. Вот. Липучки. Знаете, зомби-липучки. Они. Так. Какой этаж? Может этот? Я вот не помню. Давайте покатаемся. Наверное, я думаю. Воу! Вы откуда здесь взялись, Да свалили, ну! Я думал, ты упадешь и сдохнешь нахер. Опасно. Опасно для жизни. Давай еще. Мимо. Видали, как стрелы летают, просто они, походу, самонаводящие. Все, наверное, больше этих трупаков нет. Блин, столько, вот заметили, столько стрел надо, просто столько стрел надо в этих зомбарей. Почему они такие назад отклоняются и сразу не дохнут, они... Так, ладно, давайте... Картину ставим. Че с картиной, что-то она какая-то не до конца смотри, видишь? Или это типа свет падает так? Так, смотри, что-то лежит. Ключ! Зол. Золотой ключ. Золотой ключик мы нашли. Неплохо. Неплохо. А от какой двери? У нас еще большие две двери-то, помните, да? Только я не помню, это, по-моему... Где же они находятся-то? Опять на завод, что ли? Наверное, скорее всего. Золотой ключ. Золотой ключ, что там? Герб семьи Ашвард раздроблен. Наверное, выгравирован. А не раздроблен. Ну, ладно, пускай будет раздроблен. Так, смотри, закрыто на простой замок, использовать отмычка. Замок освобожден. О, аптечка. Это хорошая находка. Так, что это? Это диаграмма завода. Угу. В эту дырку можно что-нибудь положить. Что же в эту дырку положить? Ногу. Ладно. Памятный диск, что написано, посвященное завершению завода. Декабрь 8. Альфред Ашвард. Угу. Так, и ничего не двигается. Смотри, там что-то еще блестит, да? Я так полагаю, какие-то патроны, что ли. И там трава есть еще. Нам пока это не открыть, не сделать. Ну давай. Давай. Давай возвращаемся в этот, на завод. В принципе, аптечка у нас есть, если что, мы ее примем. Хотя, блин, спрей. Это же спрей. Как-то вот неохота бы его тратить. Так. Погоди. Сюда же, да?
сюда, здесь сейчас зомбарим будет еще. Мы же их не убили. Как коровы мычат. Мозги. Мне нужны твои мозги. А мы ему только стрел напихали. Только стрел, короче. Ладно. Так. Окей. По-моему, вот здесь вот сейчас мы спустимся по лестнице. И вот здесь вот. Вот здесь, по-моему, где-то двери должны быть золотые. Позолоченные двери. А! Угу. Сейчас. Сейчас просто, сейчас. Не здесь. Погоди. Значит в этом. Возвращаться надо в замок. А чё я... Ну ладно, похер. Давайте так пробежимся. В принципе, тут у нас, по-моему, дорога освобождена. Я надеюсь, длиннорукие эти монстры не респанятся здесь. Чё так... такие вылезут. Ну, окей. Так. Вот там за дверью, наверное, скорее всего, у меня просто предчувствие. Вот мы возьмем. Так, погоди, а где у нас здесь? Мы возьмем сапфир красный. Он нам ой как нужен. Да. Вот здесь. Вот они, двери. Вот они. Ключ нам больше не нужен. Ну что? Вы готовы, дети? Да, капитан. Так, смотри. Здесь у нас головоломка, что ли? Да ну нафиг. А, рыжий мужчина держит сервиз. Кнопка ниже. Пока нет. Портрет мужчины. Глиняная ваза тоже нарисована. Кнопка ниже. Так, понятно. Нам нужно разгадать загадку. Так, это ничего не работает. Видали, сколько картин? Тут две. И там две. Охренеть. И здесь одна. А, весь изломан. Совершенно весь изломан. Так, белый подсвечник. Что-то написано на базе. На память успеха Александра Ашварда. Угу. О, записка. Послание Наваи. Наваи семье. Новой семье, наверное. Наваи. Наваи. Ну давай, Наваи. Сэр Альфред, поздравляем со вступлением в должность мастера семьи. В честь сия торжества вручаю вам глиняную вазу. По традиции семьи Ашфордов. Как вы можете знать, эта традиция зародилась, когда золотая чаша была подарена Веронике, как основателю Ашфорд семье. Ее мудрость и красота легендарны. Второй и третий мастера Стэнли и его сын Томас были награждены такими же чашками. Они надеялись хотя бы достичь великолепия Вероники. Место мастера семьи после сэра Томаса перешло к его брату-близнецу, затем к сэру Эльфреду, твоему дедушке. В то время семья Ашфорд переживала золотые времена.
Это было достижением сэра Эдварда, химическая компания Umbrella Inc. Тем не менее, когда Эдвард ушел и второй отец сэра Александр занял его место, слава семьи Ашфорд начала затухать. Я искренне надеюсь, что сэр Ашфорд вернет славу с твоей вазой, что ли, что-то светит вечно, стой. Непонятно. Скорт Хармон, дворецкий. Ты запомнил? Где-то новичка. Так, погоди. А тот же ребенок, что и в кинофильме. На картинке послание. Наследство Ашфордов вывело настоящего мастера. Кнопка ниже. Так. Это, я полагаю, Альфред. Альфред, да. Окей. Надо в каком-то порядке, короче, нажать эти. Не надо мне учебник. Так, погоди. Что, не работает? Дневник пленника. Не надо. Заметка Антона. Послание. А, чё я? А где? А, вон, заметка новичка. Так, смотри. Поздравляем. В честь я отражаю. Глиняную вазу. Так. Традиция зародилась, когда золотая чаша была подарена Веронике, основателю Ашфорд. Так. Вероника, да, наверное. Зарождение. Вероника. Красота Ленгина. Второй и третий мастера Стэнли и его сын Томас были награждены такими же чашами. Угу. Так. Стэнли и его сын чашка. Ага. Так, место мастера семьи после сэра Томаса. Погоди. Сын Томас, понятно. Место после сэра Томаса перешло к его брату-близнецу. Брат-близнец. Брат был. А затем к сэру Эдварду, твоему дедушке. Дед. Эд. Так, золотые времена переживала. Отлично. Это было достижением сэра Эдварда. Угу. Тем не менее, когда это вошло, и твой отец, сэр Александр, занял. Так, Александр. Алекс. И дальше искренне нужно. И. Альфред. Альф! Альф! Так, окей, ладно, давай. Начнем пробовать. Начнем пробовать. Так. Окей. Прекрасная женщина держит сервиз. Женщина. Женщина. Погоди, а больше у нас женщин нет, да, здесь? Картина человека, белый подсвечник тоже нарисован. Кнопка ниже. Так, погоди. Картина рыжего мужчины. Глиняная ваза тоже нарисована. Угу. Среднего возраста мужчины, близнец рыжего. Так, погоди, смотри. Вот эти два близнеца, да? Кто-то из них Томас. Портрет мужчины глиняного тоже нарисован. Рыжий мужчина держит сервиз. Еще один рыжий держит сервиз. Так, окей, давай. Вероника. Вероника — это у нас вот эта женщина. Нажали. Так, Стэн и его сын. Стэн и его сын.
Стэн. С чашками. Держит сервиз. Чашка, да? Стэн. Это, наверное, вот. Рыжий мужчина держит сервиз. Стэн. А это картина рыжего мужчины. А, глиняная ваза. Нет, погоди. Глиняная ваза. Нет. Средний возраст мужчины, близнец рыжего. Сервиз на столе. Так что ли? Потом брат. Близнец. А, я перепутал. Погоди. А что, не выключить? Ну ладно. Окей, давай. Так, где Тед? Тот этот, наверное, портрет мужчины пожилого, да? Где Тед? Алекс. И, наверное, вот этот. Ну, я что-то напортачил, короче, неправильно, наверное. Да выключись ты, наверное. Так, я что-то напортачил. Ну окей, давай. Женщина. Женщина. Стэн и его сын. Чашка. Стэн и его сын. А, вот это, наверное, мужчина. Это Алекс. А, погоди. Вот этот чувак. Потом брат. Близнец. А, нет, его сын. Его сын. Вот так. Вот так, наверное, да? Дед. Ну это ж дед, да? Дед похож на дед. И вот этот чувак. О, да. Все четко. Все четко, видали? Так, давай. Смотри, что-то повернулось. Ваза. Глиняная ваза. А в вазе что-то есть. Как всегда. Оп! И красный сапфир. Ое. Королева была в вазе. Отлично. Королева была в вазе. Теперь нам надо отправляться во второй особняк к шкатулкам. Я надеюсь, у нас тут никто не вылезет, короче. Что, ой, как я не хочу этого. Так, особняк у нас там, где эти два золотых люгера, да, ставили? Именно там. Именно там. Так. Окей. Наверное, я думаю, надо сохраниться, короче. Да? Сохранимся. Сохранимся и продолжим уже, наверное, следующей серии. Вот. Так что, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. Комментируем, не стесняемся. Пока
проблемы с компом и видео в непонятном порядке выходят, можете в описание заглядывать, там будут все плейлисты, может, там что-то интересное найдете, может, вы еще какие-то прохождения не смотрели, там много интересного всего, я думаю так. Вот. Ну и с вами был Валерий. Всем пока.